То, что Наталья Леничук с ними занимается в плане хореографии. Хореографии, да. Уже, по-моему, второй год. Да. Нора Хоффман, Максим Завозин. Знаете, фантастическая Нора. Очень-очень давно я наблюдаю за ее спортивной карьерой. Всегда она восхищала меня своей танцевальностью, своей женственностью. Ну что ж, давайте посмотрим, какой вальс покажут эти спортсмены. Чайковский и Штраус заявлен. Выступающие за Венгрию Нора Хоффман, Максим Завозин. Нора Хоффман, я думаю, вам хорошо известная спортсменка. Много раз выступала на всех различных соревнованиях с другим партнером. Ну и Максим Завозин с Морган Мэтьюс был и чемпионом мира среди юниоров. И всякие другие турниры выигрывал. 4 континента серебряная медаль у них была. И Нора Хоффман была серебряным призером чемпионата мира среди юниоров. Да, точно, они соревновались даже между собой. Да. Ну что ж, друзья, очень бы мне хотелось сказать, что безошибочно была исполнена